Здравствуйте, меня зовут Оксана Силантьева, и сейчас я вам покажу, каким образом подключиться к платформе Силатрек. На этой платформе вы можете развивать свои медиа-навыки, повышать свою профессиональную квалификацию в области журналистики, сторителлинга, редактирования, медиа-менеджмента, создания различных форматов, мультимедийных форматов цифрового интерактивного контента. Все, что связано с коммуникацией, с медиа, все эти навыки вы можете отрабатывать, тренировать и развивать на платформе Силатрек. Давайте посмотрим, как подключиться к этой платформе. Мы заходим на сайт silatrek.ru и в правом верхнем углу мы видим кнопку «Войти». Нажимаем на кнопку «Войти», и нам система предлагает различные способы подключения к платформе. Можете использовать любой удобный для вас социальный аккаунт, но я всячески рекомендую пользоваться электронной почтой, потому что, когда вы зарегистрированы через электронную почту, то всякие разные странности, которые происходят с социальными сетями и мессенджерами, обойдут вас стороной. Если вы не были зарегистрированы, тогда мы нажимаем кнопку «Регистрация», заполняем поля email, придумываем пароль, повторяем, подтверждаем этот пароль, вписываем имя и фамилию, желательно реальные, те, под которыми вы известны, потому что на платформе общаются живые люди живыми людьми, и имена экспертов открытые, которые будут проверять и писать обратную связь на ваши выполненные задания, и мы предполагаем, что и участники обучения тоже пишут свои реальные имена. Это очень сильно помогает коммуникации. Коммуникации помогает выстраивать общение. Система попросит вас подтвердить ваш адрес электронной почты. Вы заходите в свой почтовый ящик, обязательно проверьте папку «Спам», если вдруг письмо упадет туда. Нажимаете на волшебную ссылку, и, собственно, вы будете зарегистрированы.